Доброе утро, с вами Татьяна. Сегодня 22 апреля. Вышли мы с Дикушей на прогулку. Вот. Гуляем. Сейчас 5 часов утра, начало 6. Пока нету никого. Ходим на поводке по городу. Ну, нельзя сейчас без поводка. Все-таки собака крупная. Ее побаиваются. Дик, пойдем обратно. Дик, пойдем обратно. Приходится на поводке. Ждем 4 мая, чтобы поехать на дачу. Там уже она побегает вдоволь. Пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, детка. Вот она. Зайка моя. Конечно, тяжело ей на поводке. 10 метров туда-сюда на раздолье. Ну что делать? Пойдешь на тумбу? Залазь на тумбу. Залазь на тумбу, Дик. Ты пахнет, наверное, собаки пометили. Они так носиком общаются, нюхают. Информацию узнают. Куленка моя подняла меня полпятого. Думала, хоть сегодня высплюсь. Какой тут выспишься? Вставай, говорит мать. Пошли. Погодка хорошая. Вчера вечером был дождик. Сейчас вроде как получше стало. Вот. Все. Куда ты полезла? Обходи. Молодец. Вот. Такая она у меня. Суета. Правильно, я целыми днями на работе. Гуляю мало с ней. Вечером приезжаю. Почти в 10 вечера. Пока ее выведешь, уже спать пора. Утром встанешь в 5 утра. Выведешь ее, покормишь, уезжаешь. Вот. Ну что так, ладно, будем гулять. Может, сейчас собаченьки подойдут. Хоть с собаками пообщаются. Вчера хорошо общались. Не любит она собак. Начинает бросаться, особенно на тех, кто лает. Прямо у нее голову сносит от этого. Ладно, будем гулять.